Вон она, мышка сидит в углу. Вы ее не видите, а я вижу. Это у нас здесь под раковиной такой вот сборничек. Ну, это вот у нас для сжигания корзинка. Это разные химикаты, химия. А вон она сидит. Вон там в углу. Уже убежала. А вот масочка. Это Виктория ее кормит. Земляне, вы не поверите, но это подруга. Это подруга Виктории. Она, у нее даже имя есть. Она назвала эту мышку. Знаете, как она ее? Люська назвала. Люсек. А вот этот Люсек, видите, съела вон ее кисточку. Ну, которая мажет, когда, знаете, вот блины там или что-то делают, сковородку. Она съела. Вот. Ну, тем не менее, она вот ей масло положила и разговаривала с ней. А я сейчас открыл, она туда прыг и убежала. А я вот хочу заснять, знаете что, как Виктория с ней разговаривает, с этой мышкой. Он даже фонарик взял. И как она за ней ухаживает, она ее кормит. Потому что, ну как-то, не знаю, ну жалко убить мышку. Не знаю, она... Я вот одно время, помните, видео снял даже, вот тут в углу поймал ее руками, я отнес и выбросил туда ее, выпустил в саду. Вот здесь она живет. Вот здесь у нас мусорочка еще одна. Ну, для таких, для зелени, для всего. Она сюда залазит, здесь питается. Ну, тут у нее растительная пища, а здесь у нее пища такая. Ну, что остается на контейнере, видите, вот мы выбросили контейнер. Надо открыть его. А тут вот осталось. И вот я теперь открою. Мышка залезет и будет питаться. А слышно, как она лазит по мусоркам? Ну, она провода не грызет, ничего плохого не делает. Ну, буду наблюдать. В общем, вот там она и живет. О, утром пришел. А масочка меньше стала. Так что, Людка съела, да? Что за Людка? Ну, а как? Людмила. Людмила? Людок отъела масло. Людок. Ты же ее Людок или Лисек зовешь? Люда. Люда. А, ласково. А, Людк. Люд. Людк. А, Людк. Люд. А, Людк. Помнишь какой-то? Да, меньше стало, да. Было больше кусочек. Ну, да, правильно. Ты откроешь, а там меню с пожеланиями лежит. Меню? Слушай. Заявка. Я, знаешь, что думаю, это хорошо, что ты ее кормишь, потому что в противном случае она будет грызть тогда провода и все остальное. А так, жиденькую ей тут ей. Что? А какашки куда будут, слышишь? Не, ну она же будет, деточка. Моя мышь не съет. А, да, никакая твоя мышь. Ладно. А это она тебе погрызла? Да, мне покажи. Отстань. Чего отстань? А то, блядь. Тут, подруг, да что, тут хороший тапочек. Веруха мне. Веруха тебя откусила. С дизайнером. Ладно. Пока Виктория ушла, выдам ее некоторые секреты. Видите, у нас масечка не просто так, а еще и с хлебушком. Да, это вот самый настоящий кусочек хлебушка, и она Людка подкармливает хлебушком с маслом, не жалеет. А вот это вот, смотрите, что за сооружение. Я ломал голову, ломал, думал, что же это такое. Оказывается, уже потом у нее спросил, она же швея, вот эта вот линеечка, видите, ну ее мерная. Оказывается, это кормушка для мышки. Вот осталась кастрюля, в которой мы кормим, из которой кормим вот наших бульдожек, да? И вот она что придумала, представляете? На ночь оставляет, чтобы кастрюлю не мыть. Вот она оставляет линеечку, она по линеечке залазит, по ложечке спускается, все это выедает. Да, а потом вот водичка, видите, запивает. Все это вот для нашего Людка. Да простит меня Людмила Морозова, что мы... Ну, это не я, это так Виктория назвала. Но она ее любовно называет Люсек, Людок.
Людочка. Ну, любит она это существо. У нее даже, знаете что, вот я сейчас пойду покажу, пока ее нету, Виктория. Вот в ее кабинете, вот здесь она шьет. Ну, вот ее, видите, рабочий кабинет. И здесь у нее еще стоит вот утюг паровой. И здесь компьютер, вот видите, ее рабочее место. И вот она мне призналась, что и сюда она приглашает Людка. И та с ней рядом, ну, работает вместе. Она ее обучает работе на компьютере. Ну, в общем, у них какая-то дружба идет. Сейчас я вот найду эти видео и покажу. А это вот наши вон питомцы. Сейчас приглашу их, покажу, расскажу им, чем тут наша хозяйка занимается. Эй, команда, команда, откуда? Команда, так, ты первая, Жорик, Жорик, где Жорик? Марсик, сегодня день такой хороший. Марсюха, иди, я вам такое расскажу. Пошли. Жорика нет, ладно. Марсюнчик, оказывается, ваша хозяйка не только вас любит, но еще и мышку любит. Да и имя ей придумала. Так, это я закрываю, когда собачки приходят. Марсюнчик, ты представляешь, вот какое у нее любвеобилие. Не просто вас бульдожик любит, но еще и мышку. Кормит ее, поет, на компьютере ее обучает, как работать. Ну, слышишь, Марсюха, мне уже закружил. Знаете, у него привычка прибежит и петь кругом вокруг меня. А ты что с орехом пришла? А ну-ка, гляди отсюда. Выходи быстро, быстро на улицу. Притащила орех. Быстро, быстро, забирай. Забирай, сказал. Забирай. Поджопника. Ну что это такое? На, свои орехи. Идите. Иди, 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 иди. Иди. Иди, накидала тут. Идите. Все. Кстати, где? Где? О, опа. Людку. Людочку. И я тоже буду подкармливать мышку. Что, мне жалко, что ли? На. Вот тебе, Люда. И от Александра Дока кусочек ореха. Сейчас покажу видео за компьютером. Все, успокоились. Туда, сюда. Стоит мне выйти, тут же манипуляции такие. Леруха. Так, лезет сразу в будку. Все? Все? Покойненькие мы, да? Что у тебя там во рту? Орех. Так, потянулись. Я к вам с вопросом. Нет, ну какие вопросы? Тут мы все в делах. Ой, на улице такой. Марсюха, ну слушайте, вы куда ходите в туалет? Лирик, вот куда ты ходишь? Я знаю, что вы все ходите в туалет. Вот сюда. Сейчас я пойду и покажу. Вот тут у них туалет. Вот здесь вот.
Ну, еще где следы? Пойдем искать. Пошли. Как назло, чисто. У нас, знаете, кто убирает следы? Дождь и ветер. Сейчас я. Ну что ж, я ни одной какашки не найду. Мирка, что ты на Марсика нападаешь? Мы гулять не идем. Во, нашел. Вот, земляне. Вот, смотрите. Вот, видите? Это вот ихняя. Вот. Вот мы еще. Вот это тоже Марсюха. И вот. Видите? И вот. Это Миркины, видите, побольше. Это вот. Это Марсика. Вот. А это Жорика. Вот, видите? Жорика. Ну, а Лирика, он ходит в саду. Туда носит свое добро. Пошли. Ну, для чего я это все вышел показать? А куда ж ходит наш Людок? Как вы думаете, земляне? Она ж не может выйти на улицу. Тут вот ее тут же быстренько вот эти вот слопают. Наши аглоеды. И не поперхнуться, облизнуться только. Ну как вы думаете, куда ходит наш Людок? Я вам сейчас покажу. Нет, не вам, все, уйдите. Земляне. Это невероятно что-то. До чего ж надо любить животных и существа? Вот я же вам показывал, до чего додумалась Виктория. Видите, вот такая кормушка. Вот залазит мышка тут. Есть. Все это я показывал. Но когда я спросил, а куда же она будет какать? Вы что думаете? На следующий день Виктория говорит, поехали в магазины. Ну, поехали. И что-то там шуршало это. Купила что-то, принесла и поставила. Я даже, и когда я открыл дверку, я офигел. Гляньте. Во, нашему Людку. Вот она что купила. Видите, унитаз, самый настоящий унитаз. С крышкой. Все, все работает. Пожалуйста, Людок, кушай, какай. Ешь, пей. Все тебе удовольствия. Только провода не грызи. Ну что, вы скажете, земляне? У меня нет слов. Господа, я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятнейшее для вас известие. Ваша хозяйка распыляется. И свою любовь распыляет на некую мышку. Кормит ее, поет. Еще не хватало, чтобы она и купала ее в бане. А вы вот тут брошенные собачки. Все, теперь она вас меньше любит. Потому что мышка у нас появилась. Там Наталья Белова же тоже увеличивает поголовье своих любимцев. И Виктория решила ее переплюнуть. Вот она, оказывается, к чему это все. Так, ну что, нет, подождите. Я пока зайду сам, а потом вас приглашу. Сейчас я ее отчитаю. Большой хозяин. Сейчас, где она тут у нас? Где ты есть? Что это такое? Собачки, все у нас теперь на втором плане, да? Они у вас на втором плане. Ага. Значит, завели мышку и все внимание этой мышки, значит... Она сама завелась. Ну так-то да. Сама завелась, конечно. А если вот учесть еще тот фактор, что в прошлом году я выпустил мышку, поймал ее вот там вот в углу, руками отнес и выпустил вот туда в сад. Даже видео есть. И ты помнишь этот факт. Так что эта мышка вернулась просто-напросто. Вот в чем фокус, понятно? Это наша мышка, это моя мышка. Вернулась к тебе. Да, она из благодарности, что ее оставили в живых. Короче, Людмила Александровна это. Да, получается, Людмила Александровна.
Что вот это такое за сооружение? Это ты нагородил. Я нагородил, да, конечно. Я пришел, это уже было. Это мы, значит, здесь мышку поем, да? Это ванна. Это ванна? А где же поить? Она что тут и пьет, и это самое. И купается, как Мирка, что ли? Глаза разуй. Куда? А, вон, что-то. А, вон она где пьет. Вон что. Ладно, какая ты заботливая. А кормишь черным хлебом свою мышку. Ты чё, блин, это ты только черным хлебом она. Я видел, там у вас черный хлебушек. Вон. Зенки. Откройте. Так открой, покажи. Открой. Да вон я видел черный хлеб там. Ой. Черный хлеб. Черная икра. Ого. Настоящая черная икра. Выдал секрет. Слышишь, магнитик. Блин, человечество. Надо переснять. Вот бери и ешь теперь. А то вы сказали, да, они там мышей черной икрой кормят. Ладно. Это вот так вот сюда приклеим. Вот. Вот тут у нас черный хлеб, черная икра с хлебом. А я уж думал, и правда ты подумал, что черной икрой мышек кормишь. Не, ну унитаз правильно придумала, молодец. А я ж видел, он ей Людочку принес, он орешков отнял у Мирки. Ну что, я видел, ты мне там видео прислала по WhatsApp, где она там на компьютере с тобой обучается. А другие видео есть? Материалы какие-нибудь. Это вообще-то мыши, не собака. Ну, в общем, если что, ты сними и мне тогда передашь туда, ладно? Она же прям будет сидеть и сниматься, правда? Ну, однако же ты как-то умудрилась, сняла ее на компьютере. Может быть, и здесь посчастливится снять. Открываешь вот так, раз, она сидит. На унитазе. На унитазе, да. Представляете, земляне? О, будет разговоров. Сказать, вот это Александр Док, вот это он снял. Мышка на унитазе. Ну что, будем ждать.